стадион «Енисей» в городе Красноярске был построен в 1971 году. В 2001 году была произведена его последняя реконструкция. В 2016 году компания «СДС-Строй», входящая в топ-100 застройщиков России, получила право проектировать новый стадион. Разработка проекта была проведена в рекордные сроки — 6 месяцев. В короткий срок стадион был полностью демонтирован. Уже 28 апреля 2017 года была вбита первая свая. Уникальность работ по реконструкции заключается в большом пролете деревянной арки. Расстояние между точками опоры — до 99,9 метра. Арка собирается из двух половин. Вес каждой — 47 тонн. Конструкция таких размеров впервые устанавливается в России. Это стало возможно благодаря самым передовым технологическим решениям. Производителем клееных деревянных конструкций является деревообрабатывающий комбинат 78, город Нижний Новгород. Срок строительства составит всего 18 месяцев. Объект будет введен в эксплуатацию в ноябре 2018 года. Красноярск получит не просто возрожденную хоккейную арену, а уникальную, построенную с применением самых новейших технологий, площадку мирового уровня.